Thank you Всем добрый вечер. Сегодня 19 июля, 19 часов по Москве. У нас очередная встреча с вами, чтобы подвести итоги недели. В прошлой трансляции Андрей оказался прозорлив и дальновиден, что китайские друзья не смогут отрубить сук, на котором сидит финал Гран-при. И ведь верно, если отменить этап, то как финал-то отбираться? Вариант с отдельной калиткой азиатских партнеров, конечно, не устраивает, и они только за спортивный принцип отбора. А так, новостей совсем близко к количеству дефицитного. Долгим эфир не ожидается сегодня, но пообщаемся о том, что произошло. Даша у нас сегодня в отъезде, нежится на солнышке, а Андрею большой привет. Большой привет всем нашим слушателям, всем нашим гостям. Да, Марк, конечно, нагнал туману. Спасибо, Марк. Речь о чем идет? У нас Китай заявил, что отменяет все спортивные соревнования на ближайшие несколько месяцев, кроме тех, которые являются тестовыми для Олимпиады, которая, как известно, должна произойти Зимняя Олимпиада должна произойти в 2022 году в Китае. Финал Гран-при в этом смысле как раз таким тестовым соревнованием является, в частности, для фигурного катания, для того, чтобы проверить организацию, логистику, там все что угодно, все какие есть накладки, попытаться максимально их исключить. Так вот, финал Гран-при он же не... В чистом поле возникает. Финал Гран-при – это финал соревнования из шести этапов. Один из шести этапов тоже проводит Китай. И вот Китай якобы этап, даже дополнительно задали вопрос, задали вопрос он сказал, мы этот этап отменяем, все так. И финал будем проводить, это тестовое соревнование. Были сомнения по этому поводу, чиновники что-то напутали, чиновники что-то недосогласовали, и так оно и вышло, Договорились, разъяснили, получили, не знаю, волшебный пендель, руководящий шлепок, указания от старших товарищей. И финал Гран-при будет, и китайский этап будет. Я думаю, что Китай, ладно, китайский этап, если оказия случится, если окажется, что кто-то отказался от своего этапа, или какой-то этап критически нужно перенести срочно как бы не Китай тоже был одним из спасителем, и спасителей это Китаю прежде всего интересно, это в китайских интересах, а в интересах некоторых североамериканских стран как раз сорвать. В первую очередь Олимпиада, но это больше о политике, а не о спорте. В общем, в этом смысле неделя приятно началась такие новости. Впрочем, приятного мало. Коронавирус, куда же без него, куда же без сводок. Информбюро, как Великую Отечественную, очередные рекорды бьет. Бьют Соединенные Штаты, очередные рекорды в этом смысле глобально там что-то. Та самая организация, из которой Штаты вышли, Всемирная организация здравоохранения публикует данные в Штатах. Какой там рекорд сейчас? 77 тысяч в день. Вот. На этом фоне очень смешно выглядит рассказ Тарасовой Морозова, как они вылетали в США четыре раза, там, перепокупали билеты, с какой сложностью добирались. А зачем, так хочется сказать. Более того, они ведь на юге, как раз там, где опять повторно вводят карантин, где как раз пик, второй, очередной или первый, потому что тот, который до этого считался первым, оказался и вовсе не пиком. В общем, непонятна вся эта история. В ногах правды нету, пророка в родном отечестве тоже не нашлось. Надо тренироваться туда лететь. Я уже не знаю, что там у них. Такие жесткие контракты, оплата деньгами вперед. Невозможно здесь ни с кем договориться мне кажется, очень мутная, очень странная история. Тут надо и в будущее заглядывать. В принципе, придется же со всеми людьми, с которыми ты не можешь или не получается договориться сейчас, и не можешь найти общий язык, придется и договариваться, и находить общий язык в любом случае. Я уже не знаю, как там что там будет после карьеры пусть она как можно дольше продлится или по крайней мере столько сколько им нравится но если хоть как-то будет касаться последующая сфера деятельности фигурного катания, если что-то будет продолжаться в любом случае это же И необходимые навыки это необходимые, шаги, ступеньки, разговаривать с людьми, там, слушать что-то неприятное, договариваться, искать. В общем, понятна вся эта история. Или, точнее, не очень понятно. И понятно, и непонятно. Вот в США такой раздрайв, в США такой разгар, в США черти что, если бы у нас такое было, чтобы кричали, чтобы рассказывали, поехали туда тренироваться Тарасова с Морозовым. Вот уж действительно медом намазано. Вот уж действительно умело, наверное, составленный контракт. Светлана пишет, мне кажется, логичнее было остаться на родине, где бы о них позаботились 100%. Ну, позаботились, не позаботились, как раз такое желание, как можно быстрее уехать, говорит о том, что не все в порядке в датском королевстве, непонятно где, непонятно с кем, наверное, те, понятно, что ты когда внешний по отношению к явлению отрасли, да, ты никогда не занимался, допустим, там, выплавка чугуна. Поэтому для тебя любое предприятие, любой завод, любой директор будет совершенно одинаков. Если же ты внутри, то кто-то для тебя свой человек, кто-то чужой, с кем-то хорошие отношения, с кем-то не очень. Но получается, те люди, которые свои, те люди, с которыми хорошие отношения, вот, как раз они не очень-то свои, как раз с ними мы разругались, да, а с другими мы и контакты не имеем. Ну, как-то так это выглядит, очень странно, я, честно говоря, понять этого не могу. Действительно можно подумать, что это какая-то мекка фигурного катания, что это какие-то невероятные условия или там Просто сама, великая самоотверженность. А на деле все наоборот. Мека фигурного катания сейчас здесь. И условия сейчас здесь. А там тебе будут улыбаться. И говорить beautiful и amazing за круглые суммы в американских президентах. Дальше больше. Япония непонятно как себя ведет, непонятно, как подливает масло в огонь, теперь по-другому не скажешь, да, то они отменяют этап, потом они объявили, что не будут отпускать фигуристов и на другие юниорские этапы и турниры категории Б. А сейчас было заявлено, что взрослые турниры в сентябре и октябре, в них японские фигуристы участие не примут. Ну, во-первых, до них надо дожить, к чему такая спешка, всегда можно отменить, всегда можно сказать, туда мы не полетим, туда мы полетим, здесь мы будем, здесь мы не будем. Ну и в принципе, иначе как раскачиванием лодки, иначе как порицанием я не могу это назвать, я не могу это встретить. Ну, как так? ИСУ, заинтересованные лица какие-то организации, которые ответственны, они стремятся всячески серию спасти, сохранить как-то, может быть, даже при этом не выдавая лишней информации, даже пытаясь как-то слегка манипулировать этой информацией. Ну, если для пользы дела, если результат будет удовлетворительный или хотя бы удобоваримый, понятно их желание не вступать в контакты с журналистами, которые думают о себе, а не о, об общем каком-то деле. Вот. Но Япония в этом смысле странно смотрится. Смотрите, сначала отменили одно, потом заявили о, о другом, теперь о третьем. То есть они как бы говорят: другим смотрите на меня, делай как я, мы против. Вы тоже вольны. В общем, я не знаю. Создается впечатление, может быть, это впечатление ошибочно, может быть, японцы сами не знают, как они выглядят со стороны, что Япония чем-то недовольна, и Япония таким образом пытается то ли надоить, то ли как-то свое это недовольство продемонстрировать, вот. Дима спрашивает, а Корея что? Будет участвовать, Дим? Ну, если ты считаешь, что Корея будет за Японией повторять или согласовывать, или Китай, ты плохо знаешь политику, ты плохо знаешь отношения в Азиатском регионе, и Южная Корея, и Япония, и Китай, они все заклятые друзья с многолетней, с, с многотысячелетней историей, скажем так. При этом даже в последние сто лет там хватало кровавых и по-настоящему стыдных и мерзких страниц во взаимоотношении этих стран. Так что там никто не забыт и ничто не забыто. Если Япония делает как-то по-своему, можно ожидать, что их партнеры по региону попытаются сделать наоборот. Это тоже Наверное, не новость. Вася пишет, добрый день, все с поездкой в Штаты понятно. Эпидемия, эпидемия. Денежные потоки по расписанию. Ну, может быть и так. Действительно, странная история. Очень странная история. Кто бы сейчас стремился в Штаты, кто бы сейчас стремился в Штаты тренироваться. Это как если бы наши хоккеисты сейчас поехали изо всех сил тренироваться в Бразилию, где, как известно, тоже беда, беда с вирусом, да, вот это. Сводки. Отвоз. Ш Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, сейчас эти три страны продолжают прирастать, продолжают бить рекорды, а точнее печальные антирекорды, что есть, то есть. Валерия пишет, видимо, их здесь некому тренировать. Траньков в Сочи уехал, деньги зарабатывать никому они не нужны здесь, к сожалению. Ну, не знаю насчет этого, я думаю, что можно было и договориться, можно было и найти, и даже в том же самом Новогорске, но ну, как-то вот не получилось, не сложилось. Впрочем, я, я здесь совсем предположение высказываю, ничего не знаю. Вот. Но выглядит все это, согласитесь, очень странно. Очень странно бежать, торопиться, так штаты. Там, может быть, их чемпионами сделали, или какой-то прорыв им обеспечили, или еще что-то нет. Прошлый сезон был определенно, да. Можно. Могут, наверное, болельщики настоящие как-то позитивно его воспринимать. Ну давайте, вот сейчас время прошло, у нас соревнования не было. С марта месяца, впрочем, мораторий был нарушен на этой неделе, но обо всем по порядку. Условный мораторий. Так вот, соревнований не было. Было время, наверное, переосмыслить. Было время все попередумать. Было время отойти на шаг назад и окинуть всю картину целиком с высоты птичьего полета. Шаг назад, на мой взгляд, тот самый шаг назад, который мы делаем, чтобы обозреть ситуацию, мне кажется, и Тарасова и Морозов. В прошлом сезоне сделали тот самый шаг назад. Рассказывают, что у них как-то здорово улучшились программы, как-то здорово они там прибавили. Нельзя. Да, наверное. О каких-то интересных находках, о каких-то подвижках можно говорить. Но в целом такого, что вау, такого, такого что прорыв, такое, такого, что хотя бы даже не прорыв, а новая ступень, такого нет. Вот. Ну, а проблемы, ошибки и... То расстройство, которое они своим болельщикам доставили, на лицо. Более того, их прокаты, наверное, опять же, оглядываясь назад, в прошлом году не выглядели уже как прокаты лидеров. Как до этого, когда мы видели их даже ошибающимися и сильно ошибающимися, все равно это были лидеры. Да? Вот Кто-то там нападал, Ханю упал. Четыре раза, но он лидер. Такого не было сейчас. Сейчас, да, прокаты были неплохие, но это уже не выглядело как прокат какой-то лидирующей пары. Вася пишет, у меня единственное объяснение тренировки в штатах обязательно условия продолжения карьеры, иначе они расходятся, но очень сомнительно предположение, как мне кажется, очень сомнительное, очень скользкое. Да, там не все, в, не все в порядке в паре, впрочем, не наше это дело, совать туда нос, с другой стороны, даже сами заинтересованные лица, да, и траньковые прочие позволяют себе просуждать на эту тему, мне кажется, не гоже, не гоже это дело их, это дело их тренеров. Тут перебирать это белье не стоит. Найгард пишет: Нам нужно учитывать, что Япония, возможно, просто не сообщает реальную ситуацию с коронавирусом у себя в стране. И, возможно, у них все несколько хуже, чем они показывают. Отсюда и отказывают этапов и прочее. Справедливо. Справедливо, может быть. Но согласись, согласись, очень странно выглядит. Очень странно выглядит вот эта ситуация. Да, странно, наверное, метание выглядит, когда они есть. Но здесь слишком последовательно и настойчиво. Мы отменяем то, мы отменяем это, мы отменяем еще что-то. А у нас на дворе начало. Ну, сейчас уже середина, уже, вообще-то говоря, экватор перевалил в, у, в июле месяце. Ну вот с начала июля такой устойчивый тренд. Отменяем одно, отменяем второе, отменяем третье. Такое ощущение, что они не в Японии живут, а в Бразилии или в Штатах. Ну, вот по той самой ситуации, по, по той самой. логике, которую, наверное, тогда сложно критиковать или сложно что-то с ней делать. Игорь пишет про Женю с Вовой. может быть, наоборот, речь идет об их заработках, о которых не в курсе. Под этим соусом от есть выглядит логично. Ну, а какие сейчас могут быть заработки? Ну, заработки, не заработки, вопрос, наверное, да, денежный. Об этом уже было сказано, впрочем. Раньше надо было думать в этом смысле, когда контракты подписывали, когда в эту авантюру ввязывались все последние, последние отъезды за границей наших фигуристов, все последние подобные авантюры, именно что авантюры, и не более того, к сожалению, ничего сейчас, предложить нам коллективный запад в этом смысле не может. Да, они были конкурентны, это неплохо смотрелось, когда здесь у нас фигурное катание, инфраструктура была в развалинах после того, как страна распалась. Но сейчас не, не они стали слабее, не они стали хуже. Мы выросли, а там... Разброты шатания, а там все те же наши специалисты, свежая кровь, подпитка свежей крови отсутствует. Наши специалисты в таком количестве, по крайней мере, перестали туда уезжать своих как-то. Не видно, а своих не слышно, свои заняты работой на карман. В общем, возвращаясь к истории с Японией, что дальше наши японские товарищи придумают, я рискну предположить, что возможно, как там на политических форумах пишут, все не так очевидно, да, возможно, все не так однозначно, самая дочь офицера, все не так однозначно. Так вот, побуду такой дочерью офицера, японского, скажу, что, возможно, вот эти отмены сентябрь-октябрь, они неожиданно будут смягчены или отыграны хотя бы слегка назад почему я так думаю все серьезно серия гран-при взрослого начинается в октябре в октябре там по-моему аж два этапа получается да в конце октября но тем не менее поэтому когда заявляется что мы не отпустим мы не выпустим у нас не будет зарубежных соревнований для взрослых сентябре-октябре так и хочется сказать а как же серия гран-при не, ну можно вообразить, что сейчас, обратите внимание, у нас 19 июля до сих пор распределения этапов Гран-при нет. Можно вообразить, что Япония, может быть, таким образом себе нужные этапы выбивает, пытается как-то пере... переиграть, переформатировать, на каких этапах они будут выступать, может быть, даже квот больше, пожалуйста, у нас должно было бы на да, там. на первых двух этапах какие-то места, теперь мы их переносим на другие этапы, и даже, может быть, больше трех будет. В общем, сложно все это. Это все вилами по воде поживем, увидим. Но, может быть, и речь действительно об этом. Может быть, ларчик просто открывается. Не хотят они в первых двух этапах участвовать и говорят, мы не будем там. Пожалуйста, не хотите переносить на наших спортсменов? Да, ИСУ, допустим, упирается, говорит, все уже согласовано, это переносить, это надо опять с кем-то договариваться, это опять куча работы, это опять э, улещивать, я не знаю, вытирать сопельки как-то, подстраиваться под всех. Это же очень сложно. Это очень сложно согласовать всех, куча недовольных, все уверены, что... Многие уверены, точнее, что именно им-то и не докладывают именно и им-то и не додают вот другим-то а мне-то маловато будет может быть речь действительно об этом идет не хотим в первых двух этапах взрослых участвовать и все и и супротив ну окей мы тогда вообще публично заявим зачем об этом публично вот так заявлять публично заявим что не будет там наших в общем посмотрим все-таки побуду я такой дочери офицера, скажу, что еще раз повторюсь, возможно, ситуация смягчится к осени. Впрочем, чтобы она смягчилась, у нас действительно вот эта вся вирусная возня не должна пойти на подъем, не должна пойти в рост. Фред пишет, информация о неучастии взрослых была только средством массовой информации. А на официальном ресурсе федерации было сказано только о юниорах. Фред, ну ты же понимаешь, это же Япония там же. Гораздо жестче все эти отношения со средством массовой информации там просто так болтать не будут. Ну, будут, конечно. Тут не боги горшки обжигают. Но опять же, по сравнению с нашими, да, если там подобного рода. Не знаю, вбросы подобного рода, прощупывания подобного рода, утечки в кавычках допускаются версии. Да, я ненавижу сплетни в виде версии. То это о чем-то договорит. Да Впрочем, можно считать и иначе. Действительно, можно сказать, что это всего лишь газета. В общем, я надеюсь, эту картину мы, эту картину я достаточно сейчас осветил со всех сторон, обсосал, походил по кругу. Всем все понятно. Идем дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас все по-старому, приятно на самом деле, что все по-старому, что можно так сказать, что работа идет по плану середина июля. Уже вообще-то не середина, еще раз скажу, 19 июля. И неожиданно это. Вдруг оказывается, что мы... И Рубикон прошли, и середина лета пройдена, и середина, простите, года осталось меньше половины относительно летних месяцев. Все идет по плану. Кто-то сидит в Новогорске. Ну, про Нов... говоря про Новогорск, как же не сказать про вот эту ситуацию с хоккейным клубом Спартак который туда заехал и привез коронавирус. Вот характерная, опять же, ситуация. У нас люди, которые зарабатывают много, у нас люди, которые зарабатывают миллиарды, условно говоря, ну, если в рублях считать, они воображают себя честью, совестью нации, да, они надувают или кривят губы, они говорят, а кто ты такой, дайте лупу, считают, что... Это придает им веса. Делает их значительнее. И вообще говоря, норовят выставить себя моральными авторитетами. На деле, когда до дела доходит, именно вот эти люди, люди, которые не способны свое собственное «я» загнать куда-то поглубже. Но оно и справедливо. Законы рынка, законы вот этой этого капитализма, когда каждый сам за себя, жри других, пока они не сожрали тебя, сильно жрет, я намеренно говорю так, жри, жрет, грубо, именно такими глаголами передается суть происходящего. Так вот, казалось бы, люди, которые должны и которые стремятся выступать такими авторитетами, они как раз и являются обычными источниками проблем. Они не способны подумать о других. Они не способны, ну, не все, конечно, но в целом, в среднем, к сожалению, получается, что так. Они воображают себя очень независимыми, очень особенными, очень правыми. А в итоге именно они являются источниками проблем. Так и здесь, в Новогорске, не было печали, но приехал хоккейный спартак и привез коронавирус, казалось бы. Что, где, куда, к чему я все это? Вы не думаете, что это какая-то лекция или нотация на тему аскетизма, да, или... Вреда, богатства, ничего подобного. Речь о другом: вот ситуация с мерами ограничительными, ситуация с проверками, карантинами, она реальная, конкретная ситуация, которая сейчас во множестве мест работает. Конечно же, это ущемляет права людей, но вот эта ситуация такая именно до тех пор, пока вот такие у нас особенные люди, распальцованные, считаю, считающие, что им больше, чем другим положено, есть. И до тех пор, пока такие люди остаются, ситуация оправдана. А как защитить обычных законопослушных граждан вот от таких без царя в голове? Кто-то где-то погулял, кто-то где-то отдохнул, но не считает нужным, не считает должным как-то себя ограничивать. Это же потери в деньгах, это потеря где-то. Это какие-то санкции по контракту, еще что-то, если не дай бог. Поэтому мы это скроем, а там заразим своих партнеров, заразим еще кого-то, да, там заедем на базу, на базе создадим шухер. Поэтому вот те ограничительные меры, которые в том же самом Новогорске есть, они, очевидно, очень многим не нравятся. Хочется сказать, что очень хорошо, что они там есть. До тех пор, пока подобного рода инциденты будут случаться, они будут оперативно выявляться. Ну, вспомните только что на параде Победы, да, там даже президент, откуда он там, из Узбекистана или из Туркменистана, кто там. Привез тоже в делегации этот самый коронавирус. Тоже смешная история была бы, если бы с ними цаскались, если бы не было протокола. Всех бы поперезаразил и оказался бы такой казус. Встретились президенты, там десятка стран, и все заразились коронавирусом, а через них, да, и все правительства своих стран поперезаражали. Это, конечно, смешно было бы, мягко говоря. В остальном ситуация в рабочем режиме, все, все хорошо, информации крайне мало, кто где тренируется, кто как там успевает. И это, если честно, радует. В данном случае это радует. Это не тот вари, вариант, не тот случай, когда отсутствие информации как-то напрягает или вселяет какое-то уныние. Наконец-то ситуация похожа на рабочую. Да, кто-то где-то что-то изменяет. Да, там Руковицын закончил сбор со своей группой в Кисловодске, давал интервью. Рассказал немного про программы, но ничего конкретного. Программы, отношения к работе, опять тот самый первый квад. Сколько с ним мороки, сколько с ним какой же это инфоповод был, этот Квад Алиева. Теперь обязательно все интервью, теперь обязательно все рассказы вокруг него в обязательном порядке, причем говоря, как заученные одно и то же. Что я могу сказать? Ну, такое, ну, такое. похоже на легенду. Похоже на легенду, он уже становится легендарным. Впрочем, может быть, все так и было. и речь, и речь про другое. Можно подумать, других тем нет. Вот. Рассказал, в частности, что в Питере должны с 13 числа, это неделю назад получается уже почти, у них каток лед появиться, открыться должен был. Впрочем, в Москве большинство ограничений на, именно на этой неделе были сняты с 15 числа. Там и Другие подзаконные акты принимались. Возобновление соревнований, возобновление тренировок. Да, по-прежнему система сложная. По-прежнему проверки, карантины. Ну, глядя на футбол, глядя на хоккей, там где. С одной стороны, большие деньги, а с другой стороны, большие проблемы. Понятно, чем это грозит. Не дай бог, представьте себе на каком-нибудь этапе гран-при, так вот это будет. Все приедут потом, кто-то оказался. Кого-то не проверили, кто-то оказался с вирусом, всех заразил. Проблема даже не в том, что он кого-то там заразил. Проблема в том, что это сразу серию сорвет. Другие этапы нужно будет отменить. Скажут ЧП, а зачем нам это надо, скажут организаторы других стран. В общем, это было бы пренеприятнейшим сюрпризом. Мария пишет, хотя бы музыку для программ Димы и Макара раскрыл. Музыку он не раскрывал, сказал, что все хорошо с программами, идеи, постановки, все уже в наличии есть. Вот Пусть что-то останется небольшим секретом, пусть что-то останется. Пока за кадром, Поэтому про музыку узнаете попозже, что касается музыки. Ну, тренировки и за границей происходят, где как. В, в, в том же самом США вот этот тройной аксель. Неожиданная история, я, честно говоря, вообще не ожидал такого. Тройной аксель в Инстаграме от... Амбер Глен. Совсем недурственная попытка, да, там небольшой недокрут, наверное, был, но, честно говоря, более чем прилично это выглядит. Вспоминая даже некоторых наших девочек, с чего они начинали и как тяжело и неважно их тройные акселя выглядели. Неплохо, неплохо, конечно. Что там будет в программах, как это все будет в сумме выглядит, да и будет ли, но ну, все-таки все-таки кое-что. В этом смысле эта заявка. Наверное, и побороться с Брэди Теннел. Мора и Белл. И заявка. На возвращение третьей квоты? Да, да, возвращение третьей квоты тут еще и мировоззренческая вещь. Мировоззренческий вопрос для штатов. А зачем она вам нужна? Так и хочется спросить. А люди у вас есть, которые по этой третьей квоте будет выступать. А кто выступит? Ну, вот неплохо все выглядит. Наверное, для Штатов я, честно говоря, не очень верю в какие-то успешные, удачные прокаты от Глен. Пусть она переубедит меня. Прошлый сезон такой ни шатка, ни валка. Было очень много грибов, было очень много таких по-американски громких заявлений я я я я я вот если бы я не там то я бы и на подиуме стояла а если бы не здесь то небесный свет бы подпирала головой небесный свод простите в общем атланты держат небо на каменных плечах а амберглен прыгает прыгнула тройную аксель, неплохо неплохо для нее как бы эта попытка неважно не выглядела, все-таки это тройной аксель, какой-то там Глен. А в олимпийский сезон, вы помните, там и Алиса Лю должна во взрослые выйти. Так что какая-то интрига даже в Соединенных Штатах в женском одиночном намечается. Какая-никакая конкуренция. Впрочем, будет ли она или кто-то сдаст свои регалии без борьбы, как это уже происходило, посмотрим пока что это выглядит как, ну, не то чтобы перчатка, пока это выглядит как такая вот больше пиар-попытка, пиар-акция, но тем не менее в рамках пиар-акции брошенная перчатка, вот я тоже хочу, на главные старты я тоже хочу в команду. Сложно, сложно, ведь для штатов все та же, все, все ту же, Задачу возвращения трех квот никто не отменял. А как им возвращать три квоты? Или точнее, как не вернуть три квоты? Ведь в любом случае Алиса Лю будет. А так, если три квоты не вернуть, по одной путевке Алиса Лю должна ехать. Ну, очевидно. Тут. Я уже не знаю, как она должна развалиться, чтобы не поехать, разве что травму получить. А по другой вот кто-нибудь еще. Но проблема в том, что эти три квоты, чтобы вернуть, чтобы завоевать, никакая Алиса Лю поехать на главный старт не может на чемпионат мира. Должны ехать другие, причем вдвоем. В этом смысле, конечно, кандидатура той же самой Глен выглядит, мягко говоря, сомнительно. Нервная система, волнение, опыт, это все банальности, это все категории, которые уже не один десяток квот, не один десяток надежд порушили, и тут все то же самое. Вот поэтому пожелаем им всем удачи, пусть борются. Есть другие новости, да, там, допустим, Винсент Жу, еще один одиночник из Соединенных Штатов, который очень невыразительно провел прошлый сезон. Он тут фотографируется с Мишей Ге. Миша Ге, получается, поставил ему произвольную программу. Ну, вольному воле, опять же, к вопросу о качестве, к вопросу о пиаре, как это работает, видимо считает, посчитал для себя достаточным, посчитал для себя уровень подобной постановки и то, что может предложить Миша е приемлемым Винсент Джу. Ну и славно посмотрим. Винсент запомнился, если можно так сказать, в прошлом сезоне, хотя он почти не выступал, но и сезоны до этого не слишком выразительными программами. Квадов, допустим, если не брать последний сезон, было много, а программы были, если не сказать серенькие, но то проходные. Что-то такое особенное, что-то такое оригинальное ему Наверное, стоит поставить. Другой вопрос: как он сам на это смотрит и к чему его натура тянется, так-то может быть он сам по себе такой скромный, тихий. По крайней мере, в программах он таким и выглядит. В прошлом сезоне и вовсе, когда Квадов не прыгал, когда у него один квад в произвольно на чемпионате США был, программа и вовсе смотрелась серой блекла. Квады выбросили, а ничем другим он привлечь оказался не способным. Впрочем, какая там была форма, может быть, в этом дело. Светлана пишет, Винсент запоминался количеством недокрутов и реакции тренера. Ну, тоже верно, тоже верно, но Свет... При всем при этом он прыгал эти квады, он их красиво выезжал, в отличие, например, от наших парней, которые прыгают в два раза меньше, обязательно пару раз падали на попу, запускали бабочки, умирали к концу программы, ну и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому постановка программы идет полным ходом. Но для, для Северной Америки тут еще вопрос очень даже денежный. Вы понимаете, хочешь поставить программу, плати. И это не вопрос того, что иди куда-то да, к великим чемпионом премии СУ, которые должны по задумке Закаряна теперь еще и плату за постановки программ повысить. Из песни слов не выкинешь. Проблема в том, что даже если я пойду куда-то к другому постановщику, к другому какому-то хореографу, я большой спортсмен, я величина фигура, и одно это уже поднимет ценник, скажут, ну как же, тебе же не простая программа нужна, а особенная, ты же особенный спортсмен. Поэтому со всех я, допустим, беру 3000, а с тебя возьму 4,5. Ну, я утрирую, но это бизнес, и он так работает, между прочим, в том числе. Статус он, к сожалению, имеет и негативные грани, негативные здесь такие реляции. Да, активно ставят программы везде и у нас, во всех группах. Пока что информация об этом мало. Ну, вот как Рукавицын рассказал, кто-то что-то рассказывает. Но все это бла-бла-бла на словах. Посмотреть на льду, да еще хорошо бы на фоне других, да, на тех самых открытых, закрытых прокатах, если они будут. Пока что информация об этом никакой, не о юниорских прокатах, не о взрослых. В этом смысле ждать, наверное, подобной информации в срок не приходится. Ситуация такая, что подобно тому, как оттягивают изо всех сил объявление этапов в гран-при и поневоле поневоле некоторые начинают задумываться, а может быть, не будет этого взрослого гран-при, а может быть, не будет этапов. Ну, в Штатах, обратите внимание, Штаты продолжают бить рекорды. Мы когда-то в конце июня говорили про там 40 тысяч, 50 тысяч, 55 тысяч, сейчас 77, и уже июль на третью декаду заходит, к 1 августа штата или к 3, да. В общем, в начале августа штаты обещали определиться с проведением домашнего этапа. Нет, я верю, подобно тому, как Тарасова Морозов туда поехали, что они могут объявить этап по расписанию, проводим. Кто ж туда поедет, все ли туда поедут, насколько это будет равные условия, кто-то по политическим причинам не сможет отказаться, кто-то по причинам, опять же, политическим, допустим, ограничений, которые правительство выдвинет, не сможет. Есть ощущение, что этап в Штатах с очень большой степенью вероятности не состоится, куда его перенесут, кому его отдадут. Вот. Все это вопросы, стоящие на повестке. Да, Китай мы только что обсуждали неделю назад, что этапов у Китая не остается. Странная история. Финал Гран-при собирается проводить, а этап не будут. Может так оказаться, что сразу несколько этапов именно Китай на себя возьмет. А почему нет? Это Китаю надо, это в интересах Китая это и хороший опыт для него, подобного рода форс-мажор и прочее. В общем, не знаю, что тут будет и как тут будет. Мне кажется, что безумием выглядит проводить этап в США. Там у них и выборы, там у них и черти что. С политической точки зрения, с точки зрения безопасности, будет, будет скандалом, если кто-то откажется ехать по этой причине и, соответственно, поставит из-за этого под угрозу свой финал Гран-при. Ну, может быть, да, вот Япония отказалась как раз в первых этапах участвовать. Может быть, как-то поменять состав участников. Вот. Но ну, это все настолько глупо выглядит. Это уже не серия Гран-при будет, а какое-то вот местечковое. Кто-то под кого-то что-то будут менять. Кстати, тоже вполне резонно. Представьте себе, вполне резонное замечание, представьте себе, что если бы мы подобного рода условия ИСУ выставляли, как бы это выглядело, и сколько было бы воплей со всех концов земного шара. В общем, для меня адекватным выглядит отмена этапа в США. Вот. Отмена, перенос его, соответственно, куда-нибудь. Не совсем отмена, вот. Ну а что нарешают наши доблестные и сушные товарищи? Поживем, увидим. Пока что они блеют, млеют, ничего сказать не могут. Даже про юниорскую серию Гран-при. Что там, где там. Будет, не будет. Оно и правильно, оно и правильно. Надеются спасти до последнего. Но факт остается фактом тут. Все как в тумане, все покрыто серой дымкой. Как тут планировать в условиях неопределенности, как тут ведь этапы, кроме всего прочего, для организаторов это попытка. Если не заработать, то хотя бы частично на зрителях как-то отбить свои затраты. Как зрители могут планировать, как зрители могут загодя покупать билеты. Там. Да даже не покупать билеты, а планировать свою жизнь, это же надо взять отпуск, там как-то Привести в порядок свои дела, освободить несколько дней. В общем, все сложно. Все сложно и здесь. Алина пишет: хорошо бы перенести Финляндию. И с вирусом лучше, и опыт есть, и к нашим близко. Алина, да лучше тогда зачем Финляндию? Пусть переносит к нам. В этом смысле, куда ты хочешь Финляндию? Кири Корпи туда, да, перенести или как? нет пророка в родном отечестве, да мне кажется, ну, Россия на первом месте, а все эти Финляндии, они уже, они уже потом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Да, я напомню, что серия Челленджера распалась, серия Челленджера, ну, опять же, она лишь условно была серией, но тем не менее вот эти 10 бэшек поименованных, которые каждый сезон проходят, они были под, в такую условную, под такой условной шапкой объединены, и там даже какой-то победитель по сумме баллов на двух или на трех лучших этапов рассматривался. И даже какой-то приз был весьма символический, что-то в районе то ли 5000, тысяч, то ли 3000. тысячи. зеленых валют вот но понятно что какая серия если непонятно если неизвестно какие турниры категории B состоятся какие там будут составы вот то есть в итоге серия приказала долго жить. Бэшки какие-то останутся, очевидно. Какие-то будут проводиться, какие-то нет. Никакой серии при этом не будет, чтобы путаницу не создавать. То же самое, между прочим, объявили и про юниорские гран-при, что, что касается да, вот, общей Начисление баллов, да, там порядка выхода в финал, это все прорабатывается. Ну, правильно, если у них количество этапов уменьшилось, тут и с квотами непонятно что, и с порядком выхода, и что сколько будет стоить, я думаю, к тому моменту, когда определят, все-таки итоговый формат, если он будет, тогда действительно что-то нужно будет поменять. Ну, с квотами эта история очень понятна. Есть страны, у которых, допустим, по две квоты на каждый этап. Было, 7 было семь этапов, осталось пять. Получается, четыре человека места потеряно. Что мы их теряем или можем перенести на другие этапы? А там уже максимальная квота по два участника. Получается, по три разрешить. А у кого-то другая история, у кого-то заранее перечислены вот четыре человека места, да, из семи этапов на четырех ты по одному участнику выставляешь. И известно вот на этом этапе, на этом, на этом и на этом. И вот какие-то из них отменились. Опять же, куда ты можешь перенести? Было объявлено, что не будет такой жесткой привязки, федерации сами будут выбирать. В общем, все это пока что вилами по воде, все это какие-то наметки, как мне кажется. Тут. Приятно в некотором смысле, что подобного рода замечания появляются, это значит, что работа ведется, это значит, что понимают в том числе чиновники характер возможных проблем, претензий и прочего, и прочего. По-прежнему у нас с соревнованиями международными непонятно, что происходит. Юношеские Олимпийские игры перенесли с 22 на 26 год из этой эпидемии. Да, в Дакаре они должны были состояться. В этом смысле сегодня знаменательный день. Журналисты вспомнили, что 40 лет назад в Москве. Как раз 19 июля Олимпиада 80-го года стартовала. Казалось бы, причем здесь фигурное катание, причем здесь мы. Ну, не стоит забывать, в этом году Олимпиада летняя в Японии должна была состояться, и ее перенесли на год вперед. Да, там, понятно, свои сроки, свое расписание, но в этом смысле, наверное, Приемлемо будет такое допущение, но вот условно говоря, сегодня могла бы начаться эта Олимпиада в Японии, но ее не будет. Что еще по новостям? Ну, тут кто-то где-то, опять же, собирается ставить программы, кто-то где-то планируют свою работу. Загорске Гурьера хотели бы ставить произвольный танец у Кристофера Дина, но что там будет, как у них получится, вопрос открыт. Степанова и Букин тоже произвольный танец поставили. Ну, все это такие новости одной строкой от их тренеров, от, от них самих. Канышева в группе Самохина тренируется, засветилась в Инстаграме или в Твиттере, где она там была. Опять же, распавшаяся пара Костюкович-Ялин. То, что вот они распадались, возвращались, снова распадались. То, что вот было непонятно нам было непонятно, кому-то было все, все давным-давно понятно, и все, собственно, без всяких здесь... Допущений. Костюкович теперь с Брюхановым, Ялин с Поносовой. Ничего особенного, что касается парных видов, что касается парных видов у юниоров. К сожалению, такого добра, такого вот... таких новостей каждый год полным-полно, каждый сезон. взрослеет не одинаково, физически крепнут тоже не одинаково. Кроме всего прочего, очень важно, чтобы по физическим параметрам антропометрически подходили друг другу партнеры. Мальчик должен девочку вертеть, крутить, она должна подходить ему, простите, по весу. Ничего такого. Особенности вида спорта. Что еще на этой неделе было? Ну вот в конце недели, к сожалению, ко всем этим тоже не самым радостным новостям, вот это новости о том, что... Александровская, помните, Екатерина Александровская, из пары Александровская Винзор, которая распалась, за Австралию она выступала, была чемпионкой мира среди юниоров в 2017 году. Выпала из окна, якобы самоубийство, там какая-то записка, похоже все это на правду. Что можно сказать, очень жаль. Журналисты, конечно, тут как обычно не радуют, они не могут сказать, что чемпионка мира среди юниоров 2017 -го года выпала из окна. Они не могут сказать, эх, чемпионка мира среди юниоров или когда-то чемпионка мира. Это неинтересно, да, вот какая-то когда-то чемпионка мира среди юниоров выпала. Они пишут, чемпионка мира среди юниоров, но она не чемпионка мира среди юниоров. Это не звание олимпийского чемпиона, простите, которое навсегда. Да, ты олимпийский чемпион был когда-то, и ты им всегда остаешься. Здесь это не так работает. Но ради хайпа, даже на смерти, я, может быть, здесь не прав, и мне нужно устроить... Вот. День памяти и скорби, но меня, например, коробит, меня коробят эти заголовки. Даже здесь на заголовке мы пытаемся заработать, мы пытаемся извлечь пользу, выгоду. Привет нашим журналистам, опять же, и Россия, и Россия Today. Не увидел я тех, которые грамотно к этой новости, ну, если можно новостью назвать, подошли. Что касается самого Александровской, в общем, дело ясное, что делом темно, очень жаль. Присоединяемся ко всей. Вместе скорбим. Присоединяемся ко всем пожеланиям и ко всем словам, которые звучат в адрес семьи, родных. Ну, история, конечно, тяжелая. Сменила флаг. Стала выступать за Австралию, там даже чемпионат мира среди юниоров. Они выиграли, но в итоге оказалось, что не очень-то это было кому-то нужно, не очень-то. Ее где-то ждали, и здесь поругалась с многими, и там никому не нужна, и вот на всем этом фоне еще и пара распалась. У нас призывают. Менять флаги у нас призывают выступать за другие федерации, прям таки гонят отдельные доброходы в кавычках, забывая, что, например, в той же самой Северной Америке, да, в, той, в, той же, в, той же, в тех же самых штатах, там какая-то мупомрачительная статистика по самоубийствам, именно что касается среди молодых людей там до 35 лет, грубо говоря. Казалось бы, те, кто молоды, полны сил, здоровья, энтузиазма, в конце концов, я не знаю, наивности. Нет, именно среди них процент велик как никогда. Люди не видят для себя будущего, люди не видят для себя перспектив. Вот и здесь можно сказать, что как же так, что-то ты с больной головы, на здоровую перекладываешь. в Москве же все это произошло, ваша Александровская, ну ваша ваша да не ваша, все все сложно. если ваша, то тогда почему за Австралию выступала? в общем очень жаль, что это случилось, жаль, что не нашлось рядом ни друзей, ни близких, ни людей, которые бы помогли, остановили. Говорить, наверное, это действительно... Все, все те же истории про карьеру, да, там уже наши завсегдаты журналистских обзвонов уже рассказали кучу всякой ереси, кучу всякой излишней, прямо скажем, информации. Не то чтобы ереси, но когда да, там, Тарасова рассказывает, что... Александровского там в стриптиз-клуб устроилась, или другой тренер, опять же, в свою очередь, выдает, что у нее был приступ эпилепсии, она на обследовании лежала. Ну, вот это все, мягко говоря, не радует. к чему вот эти подробности, к чему вот это вот, как будто бы смакуют люди, да, у них удовлетворение в форме сочувствия или как это надо сказать? факт остается фактом. У нас много фигуристов, у нас много фигуристок, но те... У нас много вообще спортсменов в стране. Всегда культура спорта была высока. И те люди, которые востребованы, те люди, которые себя нашли, им вот о таких вещах просто некогда думать. Им некогда думать. Да, это очень печально. Еще расскажу. Скорбим вместе со всеми. Но все-таки то есть человек, который начинает о подобных вещах задумываться, человек, который подобного рода попадает, я уже не знаю, в яму, там, депрессию, еще что-то, он, наверное, действительно очень остро чувствует свою невостребованность, свою ненужность какую-то, свою оторванность. Это не про спортсменов, это не про спорт. Им оглядываться просто некогда. Спортсменам обычно тренировки, восстановление, спортзал. Жизнь бьет ключом, бежит с тобой на перегонки. Тут, к сожалению, видимо, было все иначе. Очень жаль. В следующий раз, когда будут, когда будете сами призывать кого-то сменить флаг, вспоминайте об этом случае. Наталья пишет, Савченко Триксель прыгнула на удочке. Наталья, ну это ведь не новость. Да, некоторые у нас несознательные, а может быть суперсознательные, может быть для них это не является секретом. Товарищи вот подобного рода новость распространяют, что Савченко прыгнула. Она же прыгала раньше, Наталья, вспомни, она, они исполняли выброс тройной аксель тогда в олимпийские сезоны. Вот на Олимпиаде она от него, они от него отказались, чтобы не рисковать, но тройную аксель же она исполняла неоднократно. И на удочке неоднократно. Поищи, это все есть, она прыгала, и видео все, все это есть. То есть тут ничего нового в этом смысле. Прыгнула, не прыгнула. Все это подается под таким некоторыми соусом, что выучила или прыгнула, во-первых, на удочке, во-вторых, все это вот И серии тех умений, которыми или тех подвигов, которыми она уже поражала, тех умений, которыми она уже обладала, в этом смысле не на удочке надо прыгать, наверное, а показывать что-то целиком это же не чемпионат по прыганию на удочке, ну а то, как вот в этой какой-то инстаграмной, я не знаю, форумной и прочих войнах, все это используется, подается, да, как будто кто-то что-то прыгнул на удочке, сделал это впервые, выучил, но это его все смех, так и хочется сказать, люди, вы первый месяц здесь, вы не знаете, как это было, вы не знаете, сколько над этим тройным акселем Савченко работала, сколько она именно и на удочках его на, напрыгивала, и так пыталась, вот. вы видели эти выбросы тройного акселя, которые она исполняла красиво, выезжая, все же было у нее, и падения были, и удачно исполненный элемент. Юрий пишет, если у Александровской была эпилепсия, то какое что тут жизнь бьет ключом, это не шутки. Да, Юр, все правильно, это все очень серьезно, с одной стороны, но с другой стороны, все мы люди, все мы не богам подобные, а может быть наоборот богам подобные, да, тем самым греческим, вимским, которые как люди с людскими же пороками, устремлениями. Я, я про что? У каждого найдутся какие-то хронические болезни, какие-то проблемы, и живут люди, и при этом не сводят счеты жизнью. В общем, нет, нет здесь, нет у меня слов тут одна печаль. Что еще было на этой неделе? Ну, в начале недели интервью давал Виктор Адоньев. Такое довольно странное интервью, и не знаю, как вам. Наверное, все знакомились, все прочитали, как вам понравилось оно, что вы из него вынесли, как вам показалось. В общем, характерное послевкусие у меня после прочтения осталось. Вот, ну что скажете вы? Мария пишет, непонятное интервью, с виду все идеально, но какое-то ощущение, словно рекламировал себя. Очень много в интервью вот этого я, да, я, 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 я. Я понимаю, интервью берут у него, и он человек, который действительно широкой публике неизвестен, и в то же время все равно вот это ощущение «я» у меня очень стойкое возникло. В принципе, любое интервью, да, там, любой человек, он же про себя дает интервью. Так-то можно, наверное, про любого сказать, но про любого такого, такого ощущения не возникает. А здесь, я не знаю, как у вас, у меня вот подобного рода вибрации возникли. Юрий пишет, да нормальное интервью. Нейтрино высказывается. Кажется, его не взяли снова. Да, вот <laughs> что касается не взяли. Чуть ли не прямым текстом он там в хрустальный просился. Ну, в этом смысле он оттуда и не уходил. Он же, в принципе, можно сказать, что теперь-то ушел потому что он же работал с Царевой, в группе Царевой работал. Вот, а теперь, а теперь и там тоже все, не слава богу, и там тоже табачок урось. Марк пишет, слишком он пытался подчеркнуть свою значимость. Себастьян спрашивает, так Анну Щербакова выгоняли из группы или нет? Что значит выгоняли, Себастьян? Ты пойми, как то работает, это же... Спортшкола – это не богадельня, как у нас некоторые рассказывают, что вот кто-то к тебе пришел, и ты обязан его взять и вести. Ну, правильно, ты же за государственные деньги работаешь, ты обязан взять и вот сопельки подтирать. А других тогда? То есть, получается, ты пришел в МГУ, и они обязаны тебя взять и с тобой нянчиться. Ты пришел в МГИМО, и они обязаны тебя взять. Но почему-то там не так. Почему-то, когда ты приходишь в МГУ, Сначала выдерживаешь огромный конкурс, у тебя говорят: возьмем, не возьмем, а потом еще, если что-то не так, если ты будешь не успевать, если ты будешь, не будешь справляться, то тебя попросят на выход. История очень простая: спортшкола, все то же самое, Сеп. Там зачеты, там требования. И если кто-то не справляется с требованиями, с зачетами, если кто-то не успевает. Ну, представь себе, да, кому-то дается столько же, сколько другим, и даже сверху да, с, ним, с ним работают, но не получается. Кто-то в этом случае потирает, у кого-то в такой ситуации потеют руки, он потирает потные ладошки. Здесь-то как раз и есть повод поживиться. Да, мы начнем с бешеной скоростью накатывать на стороне, дорого, очень дорого себе в карман. Казалось бы, это же твоя собственная недоработка, но нет. Мы будем накатывать за деньги. Это все. Будет называться подкатками. И мы на этом хорошо наваримся. Для некоторых это, кстати, едва ли не основная, или, по крайней мере, одна из основных статей дохода для некоторых, в кавычках, тренеров. Вот. Может быть, другая логика, но, пожалуйста, как в том же институте, я приводил пример только что, есть требования, есть... Они всем известны. Да, есть зачеты, экзамены. Пожалуйста, сдавай, да, там, приходи, договаривайся с преподавателями, они тебе помогут. Но если даже при этом не получается, что сделать? Может быть, это не твое? Может быть, здесь... Тебе подумать о другом, в принципе, опять же, до каких пор ты можешь надоедать тому же самому преподавателю в институте, да, там или в университете, если у тебя не получается, если он даже идет тебе навстречу. Поэтому насчет того, что выгоняли, про выгоняли это там не было, да, там речь идет о том, что предложили, да, заметь. То есть прямо, прямо выгоняли. Ну, правильно, если она, если у нее не получалось, если она не могла выполнить нормативы, которые были положены. Пойми, опять же, как работает. Много людей в группе. Вот группы, пожалуйста, во всех спортшколах. Там точно такой же порядок. Множество детишек. Кто-то успевает, кто-то не успевает. Кого-то отчисляют. Как Буянова, Губанову, да, вот так, пинком ноги. С кем-то решают вопросы. По-тихому, с кем-то полюбовно, кого-то заранее предупреждаю. Но не получается. Имейте в виду, если вы не поднажмете, то придется нам с вами расстаться. А как иначе? Вот как иначе. А расскажи мне, как должно быть иначе? Медея пишет, по затылку детей бить нельзя, ни в каком спорте, а так он неплохой парень. Медея, ну, насчет этого не знаю. По, за... по... по затылку бить нельзя детей. А... Некоторые, опять же, круги, некоторые люди так а... норовят все раздуть. Вот у тебя у самой есть дети? И что, ты никогда никого ни разу не шлепнула, никогда ничего не случилось? Сама спортом занималась? Знаешь, что это такое? Какой у тебя был тренер? Я могу за себя сказать, я могу про себя рассказать, да. Вот мой тренер, он ну, даже сейчас, да, там 15 или 20 лет его не видел, и встретив случайно на улице, сразу же думаю: "О боже мой, насколько же интеллигентный человек! Таких интеллигентных людей за эти 20 лет я встречал в своей жизни всего несколько, по пальцам пере, пересчитать." И, тем не менее, даже он где-то что-то мог там, может быть, да, там, условно говоря, дать подзатыльник или еще. Да, не часто. Но это рабочий процесс. Ты что, голос никогда на детей не поднимаешь, или еще что-то в, в этом роде, да, никогда не пытаешься своего добиться. Ну, так не бывает. Так не бывает, так это не работает. Ты можешь, конечно, утверждать здесь, что да, я такая, верю, верю, вот ты такая. Но большинство людей, наверное, не такие. Но некоторые уверенно и усиленно ищут в чужом глазу какую-то соринку, не замечая в своем глазу бревну. Поэтому вот то, что вот эта вот э, деталь про подзатыльник, да, про то, что я могу дать подзатыльник, э, то, что он там сказал, ну или что-то в этом роде, не то, чтобы даю, вот, я не вижу в этом вообще никаких проблем, я не вижу в этом какого-то повода для обсуждения, я могу отослать себя, меде, вот, современное воспитание, современная педагогика, она на трудах великих французских философов зиждется, стоит, вырастает из них, да, Руссо, Дидро, Вольтер, почитай, пойди, как там, что они пишут про воспитание подрастающего поколения, поколения что они советуют, насколько то, что они Думают о, о, о вообще о воспитании, перекликается с нынешними системами, насколько это справедливо, и как они относятся ко всему этому. В общем, вот эта вот нездоровая история раздуть из мухи слона, она присутствует. Все хорошо в меру. Все хорошо в меру, в том числе и, допустим, да, какие-то наказания, и с другой стороны, их отсутствие, да, или желание быть сладеньким, добреньким, там каким-то. Ну, хотите воспитать Борчука, хотите главного в семье устроить, да, когда главное в семье будет несмышленыш. Пожалуйста, действуйте. В общем, я здесь не хочу тоже выпячивать свое мнение. Я тут еще расскажу. Может быть, у тебя получается. Может быть, ты видишь, как это может происходить, как это должно происходить. Вот. Можно, конечно, рассуждать, ты говоришь про семью, а он тренер, это чужой ребенок, все так, но откуда ты знаешь, какие там договоры между ним и родителями, да, что там они друг другу разрешают, как там они даже настаивают на какого рода воспитание Поэтому здесь сложно, и мне кажется, здесь та самая тула, в которую со своим самоваром не ездят. Есть, наверное, какие-то границы, есть какие-то. Красные линии, за которые не стоит переходить, ну, прости, какой-то шлепок, подзатыльник, может быть, даже что-то серьезнее, это не то. Кнутый пряник, везде и всюду. Это записано «Кнут и пряник. Политика кнута и пряника». И если ты собралась воспитывать, добиваться своего одними пряниками, я не против. Я не против. Пробуй. Мария пишет. Справедливости ради в интервью и любопытной, и хорошей информации было много. Юрий, возвращаясь к Адоньеву, человек системно все интервью, весьма не маленькое, защищал тут Беридзе. Для меня это достаточная индульгенция на все человеческие слабости, проявленные Адоньевым в интервью, что много я было. Жанна пишет, он сказал, что в Хрустальный уже кого-то взяли. Ну, а ты что думаешь, Жан? Света места пусто не бывает. Да, в этом интервью он едва ли не прямым текстом просился назад. Да, некоторые говорят, вот, Нитрина пишет, кажется, его не взяли снова. Нитрина, так, так он там был, что значит снова? Тут не тот случай, когда его не взяли и не взяли в прошлый раз. Да, ты поступал МГИМО в прошлом году не поступил и пошел в этом году. Нет, он там был, он был в команде. И, в общем, как там говорит Живанецкий, после чего мы разошлись, причем я побежал и не пришелся ко двору. Не пришелся ко двору, он даже в интервью об этом повествует, причем повествует очень сбивчиво, противоречит сам себе, все как обычно, все как обычно, когда люди несколько грешат против истины и пытаются приукрасить действительность. Он говорит, я был у ну, Тутберидзе, вот, но я должен был уйти, потому что вот, Мама заболела, я не мог. И тут же, говорит, начал сотрудничать с Царевой. Да, он у Царевой работал. Он у Царевой был хореографом и даже танцами на паркете там занимался. Чем только он там не занимался. Вот. И начал сотрудничать с Царевой, ведь мама болеет, ей нужно было много денег, за штатом, подкатки. И работал даже больше, чем раньше, намного больше. Я вижу здесь противоречие просто очевиднейшее, которое сразу в глаза лезет. Да, здесь я не мог, потому что вот мама заболела, и я не мог, я должен был. А здесь я даже больше, по той же самой причине, я даже больше работал, что-то тут не вяжется. Но, насколько мне известно, в общем, ситуация это не является секретом по поводу Адоньева, почему он ушел, как там все это происходило, да, многие специалисты там пробовали, вспомните, да, и Добрин тот же самый, ведь он тоже там был, и тоже вот не пришелся ко двору, вот. Попробовали, поработали, вот, ну, как-то оказалось, что не тот человек, оказалось, что не все в порядке. Но вольному воля много, много там такого, между прочим. Вот он, допустим, рассказывает про свою собственную карьеру, говорит, я выступал за Казахстан, и тут достает совсем Казахстан неправильный партнерша корявая, вот он великий, да, там, который даже Едва тройные прыгал в одиночном, да, но вот он великий танцор, и все бы у него было, он вообще очень хорош. Корявая, ужасная, неказистая, отвратительная партнерша, которая, к тому же, там его чуть ли не кидала. Вот она такая вся неважная, и неприятные родители у нее, и неприятная федерация фигурного катания Казахстана. Вот то, что я вынес из интервью, пожалуйста» что, что дальше, здесь же читаю. Но все-таки потом, да, не тренировались, потому что партнерша вот его кидала и все вот э, указывает на то, что одного только порицания заслуживает и Федерация фигурного катания Казахстана, и партнерша, и родители, и вообще все, вот, все, кто с той стороны. Что происходит дальше? Дальше происходит соревнование, и на соревнованиях именно он, Виктор Адонев, здорово срывает. Тут же понятно, что проблема была, да, он рассказывает, я был болен, меня заставили. Но получается, партнерша, когда она не каталась с ним, когда она не была больна, ее вот, она не была больна, ее нужно было заставить, это было бы правильно. А здесь вот соревнования, наверное, особый случай, все-таки есть тренировки, есть соревнования – у той же самой Тутберидзе, да у многих других точно так же, да, если ты вышел на соревнования, то уже не ищи себе оправданий. Вот. Но получается, здесь он рассказывает, какая отвратительная партнерша, какие отвратительные все и какой классный он. А в реальной жизни на соревнованиях именно он является причиной проблем, но тут же выясняется, что опять же все виноваты. Они его гнали, они не вошли в его положение. Вот. Ну, можно, наверное, и здесь сделать скидку, и, скидки и поверить. Но все это выглядит, мягко говоря, очень сомнительно. При этом всем, кого надо похвалить, он хвалит, пожалуйста. Он активно хвалит тут Беридзе, он где-то подхваливает Плющенко, он с пиететом там о Розанове нужных людей. А Казахстан, ему кажется, а что там Казахстан, Казахстан, я сейчас максимально жестко отзовусь, даже несмотря на то, что здесь сам себе буду противоречить. Очень странно выставлю, в странном свете себя выставлю. Вот они все плохие, они все неважные, хотя сорвал соревнование я. Они виноваты, они виноваты и в этом тоже. Татьяна, возвращаясь назад, Татьяна пишет, все правильно про нормативы, есть в спортшколах нормативы, дочь ходит, каждые полгода они сдают, и отчисляют, кто не сдаст, или переводят на платно, если родители согласны, ну да, или, допустим, переводят другие группы, пожалуйста, ну как это работает, как это все происходит, вот, а здесь еще и в будущее смотришь, да, что, кстати, Щербакова, и действительно, то есть говорилось, наверное, ну, я не знаю, как там было, говорилось, наверное, о том, что ну вот, может быть, вам стоит поискать другие варианты, да, раз здесь у вас не получается. Вот и все. Вот они нашли такой вариант, они, то есть, либо догонять, либо искать. Они решили бороться, догнали. Да, пришлось им походить на подкатки. Опять же, здесь Адоньев тоже рассказывает, вот, я, 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 вот до меня не было там, вот ты говоришь, Юр, что вот он так защищал. По-моему, очень сомнительная защита говорит, что там не было никакого скольжения, вот они все отвратительные и скользить начали с меня. По-моему, это чушь, он сам же не танцор, он одиночник, он танцы. Перешел в этом смысле. Да, он очень нежно себя любит, но вспомни, ну вот открытая информация это от того же Грехенгауза, как брали в Хрустальной, когда ему звонила тут Беридзе, сколько раз во всех интервью это уже повторялось, она Задала такой вопрос «Сможешь раскатать девочек?» И речь шла, насколько я помню Лепницкой и Шелепенищу Это еще тогда было А Адонев говорит «Вот до меня, вот я, вот мое И вот здесь я программу И вот здесь я то» Нет, я верю, я верю, что вот надо Может быть и своего не потерять И не тушеваться, когда нужно доложить об успехах, И сам себе не похвалишь, никто тебе не похвалит, но тут откровенный перебор на мой вкус. Слишком много такого, слишком много вот этого. Я-я-я. Здесь он рассказывает совершенно необязательная информация про то, что там он смс-ки тут берет, посылает. Слушайте, ну вот интересно, да, там, история перехода, допустим лиды там куда-то, да, там какие смс кому он посылал, да, или история перехода лю, что там было с смс вот. Если вопросы задавать, тут ни вопроса никакого не было, но рассказывает, вот я, да, там могу, посылаю, переписываюсь. Мне было бы неприятно, если бы человек подобным образом мое имя использовал и говорил, вот я нет, в приватном, в личном разговоре можно. Это интервью. Зачем, зачем вот это вот говорится? Кому, кому это так сильно интересно, кроме самого Адоньева, подобным вот я такой серьезный, я вот даже смс и прочее. Ну, вспомните, только что, когда Жулин был у Родины, он тоже вещал, что он, он не говорил, что, как ты обычно можешь про друзей говорить, ты можешь говорить, я друг, да, а что с той стороны, надеюсь, тоже. Нет, он говорил, Этери, этери да, она, она друг, хотя сама Этери только что, казалось бы, у Познера говорила, нет у меня друзей здесь, кроме моей команды. тоже изо всех сил пытался показать свою близость, вхожесть, ну и где здесь разница, и что здесь, как, как здесь, насколько сильно здесь вот это вот отличается. Вообще, знаешь, Юр, чисто мировоззренчески даже посмотреть, я не вижу большой разницы между Адоньевым, Добриным, Розановым, Розановым или Плющенко. Посмотри, все та же история. Вот он много и подробно распространяется про КИК, да, вот это все идея фикс посидеть в кике. В этом смысле Адони, для Адониева это уже пройденный этап, потому что, вспоминая прошлый сезон, вспоминая лицо того же Добрина в кике, как он сидел, вот, с нашей Сидоровой под армянским флагом, там еще с кем-то, вот, добился, дорвался, это ого-го, это тренерская вершина или этап. Ну, такое. В этом смысле Адониев, да, он с Погорилой тогда в Бостоне когда она бронзу взяла на чемпионате мира. То есть посидел, побыл там и понял, что это еще ничего не значит, это пшик. Тем не менее, это ровно то, о чем мечтает Добрин, Плющенко, Розанов, ничего нового. Деньги. Вот история про деньги, про заработки, про подкатки. Та же самая история, те же самые ловушки, все то же самое. Я вообще здесь большой разницы не вижу. Вот. Люди не понимают, что не, это первично, не деньги, не сидение в кике. Ведь когда ты вышел в кик, да, и сидишь там, казалось бы, вот, ты прославился, тебя все увидели, и теперь у тебя все будет очень-очень-очень хорошо, да, как у Ильфа и Петрова там подпольный миллионер Корейка рассуждал, что вот я иду по улице, и там он в тени присыпанный песочком лежит, портмоне, в нем очень много денег. Я его нахожу, и после этого все будет очень-очень-очень хорошо. Ну вот посидел в Кике Адоне в шестнадцатом году с Анной погорела И что, у него очень-очень хорошо, он где-то на слуху, он где-то сильно продвинулся, он каких-то высот достиг, или, по крайней мере, его стали многие ценить. Обрати внимание, ничего подобного. А почему? Очень просто. Ведь одно неотделимо от другого. Ты должен, прежде всего, качественно и здорово работать. И, возможно, посидеть еще и в кике. Да, одно от другого неделимо. В каком смысле? Много такого в США встречается такое и у нас, да, те самые чернорабочие, когда работают одни, а в Кике потом сидят другие. Лавры достаются совсем другим людям наказали невиновных, наградили непричастных. Это одна грань. Другая грань, когда твоя работа, она вот, может быть не такая качественная и не столь хороша, как тебе кажется. А что здесь является критерием? Люди являются критерием. Ведь люди, даже не какие-то вот медальки, блестяшки, подиумы, люди, которые с тобой работают, люди, которые на тренировках присутствуют, они же не соврут потом, они потом пойдут потренируются у тебя день, два, месяц, год, пойдут и расскажут другим, и с множеством других людей разговаривая, они будут рассказывать, какого они мнения о тебе, о твоих методах, о качестве твоих тренировок. Все же очень просто здесь. И получается, если здесь вот есть вот эта основа, база, фундамент, то тогда посидеть в кике, да, это поможет, это вот следующая ступень, следующий этап. Но Первый этап ⁇ это работа, это вот эта вот планомерная, тяжелая работа на совесть. А сидение в Кике ⁇ это уже вопрос такой. Нет, вот деньги, сидение в Кике, для них, для всех такое ощущение, это идея фикса. Я вот читаю это интервью Адонева, я, как ни странно, вышел мысленно на какой-то паритет между ним, не знаю, Добриным, Розановым, Плющенко. Все те же грабли, все тот же вид. немножко сбоку на эти грабли. Может быть, Адони в этом смысле чуть дальше пошел, потому что он уже в эту ловушку попал, он уже через себя пропустил. Он уже в кике посидел, понял, что это уже. Ну, не то, что это уже, ну, это не совсем самоцель. Это вряд ли, вряд ли это ведет к каким-то вершинам. Вот, но в то же время, что он понял, и насколько сильно, насколько серьезно. Да, он справедливо говорит, что, допустим, погорила должна была серебро брать в Бостоне, да, засудили ее там в пользу. Той самой Ишли-Вагнер. Пожалуйста, в отличие от некоторых других, которые, да, мы за Ишли Вагнер. Честно говорит: да, погорелую засудили. С другой стороны, он здесь лицо заинтересовано, он же ее тренировал. Вот, ну справедливое суждение. Многие другие вещи, вот ты тоже отмечаешь, он говорит совершенно справедливые. Но в тех вопросах или в тех моментах, где не касается себя, там, где он касается себя, почему-то это совсем иной человек и в общем со всеми теми же проблемами. Все и сразу не хочу учиться, а хочу жениться. Вот очень сильно такой похоже тоже ну, сильно-не сильно, я не знаю, грубо прозвучит, но мне кажется, немножечко нарцисс, вот, со всеми вытекающими. Алина пишет, я оценила то, что он рассказал, что Этери помогает ученикам, не афиширует, в отличие от некоторых тренеров, которые... Делают это ради пиара. Да, справедливо, это как и в Библии написано, и по людским законам, делай добро и бросай его в воду. Если ты рекламируешь, если ты рассказываешь, получается, ты ради этого и делал. Но в этом смысле на Дунева посмотри, речь же сейчас про него в частности. Для меня про Этери секретом не является. Ну окей, он об этом рассказал, он где-то здесь поддержал, он выступил против этой сфоры. Действительно, странная история, когда все молчат, никто не скажет слово против. Он молодец. Но, опять же, давай с этой же меркой к нему подойдем. Как же он себя рекламирует? Как же он рассказывает, вот и здесь я, и тут я, и там я. То есть про него нельзя сказать, Алин, что он делает, помогает и не афиширует. Он... То есть он даже здесь, да, говоря, ну молодец, да, к нему приехали там ученики, он поселил их у себя. Ну, это не ты должен рассказывать. Ну, это не так работает. Ты выглядишь очень странно и глупо, и сомнительно здесь. Да, ты молодец, и вообще, но вопросы сразу возникают в твоей, в твоей мотивации. Зачем ты это делаешь? А рассказывать должны как раз вот они, но не ты. А если они не расскажут, если они воспользовались и считают, что так и должно быть, ну значит, такова, такова жизнь, такова судьба, это то, что с той же самой Тутберидзе, допустим, происходит. Ну и здесь ничего нового. Законы, вот морали, законы человеческие, они во все времена у нас любят одни и те же. У нас любят рассказывать, что все изменилось, общество другое, не то, что раньше. Отношения между людьми примерно те же самые, абсолютно. В общем, странное интервью Адонева. Так вот мы про него поговорили весьма подробно. Надеюсь, сумели вас заинтересовать. Поэтому... Прочитайте сами, составьте свое мнение, поспорьте, не согласитесь, выскажите его. Тут, наверное, вывод должен быть такой. В общем случае, чем он отличается, допустим, от того же Розанова или от Добрина, да? работал здесь, перешел в другое место. В, в, данном случае это место было здесь же, да, на одном же катке. Вот, вот она тут Беридзе, вот она Царева. Там в, это, в этот момент погорела, восходящая звезда была. Вот. В общем, много, много аналогий. Это к вопросу, опять же, о каком-то желании, то ли желании получить все и сразу, то ли непонимание того, как много и как сильно нужно работать, то ли об о нежелании понять, как вообще жизнь устроена и как эти вещи в жизни работают. Вот, не знаю. Какой урок здесь нам нужно извлечь, а может быть это урок о каком-то придирчивом мнении вот моем, да, вот придираюсь, что-то мне не понравилось. Пожалуйста, еще расскажу. Ищите, читайте, он легко ищется, это интервью, интервью любопытное, интересно, заслуживает того, хотя бы вот этот небольшой спор, небольшая дискуссия свидетельствует о том, что оно заслуживает того, чтобы С ним ознакомиться и составить собственное мнение. Я надеюсь, что мы вас заинтересовали. Идем дальше. Там Алена Косторная небольшое интервью на английском давала. Да. Возбудила она и доброжелателей, и болельщиков, и недоброжелателей тем, что рассказом про то, что вот я до Олимпиады буду кататься, а потом все, я карьеру завершу. Ну, правильно, а вы что хотели? Наверное, правильная позиция, правильное решение, ну, идея в чем, планы на будущее, они должны быть. При этом, как оно бывает, ну, в тех же самых шахматах, да, шахматисты любят рассказывать про то, что некоторые шахматисты любят рассказывать про то, как они... Вот, великолепный план, проводили всю партию, и вот он увенчался успехом. Множество поговорок на этот счет или каких-то речевых оборотов, да, я туда, ты, а ты сюда, просчитать на много ходов вперед, как в шахматах, бла-бла-бла. Все это так, но тот, кто в шахматы действительно играл, он знает, как это бывает. В шахматах так, что вот ты проводишь какой-то план и проводишь его до конца, он бывает, не знаю, раз, на тысячу раз на 10 тысяч партий. Просто так не бывает. Вот ты просчитал что-то там на 10 ходов вперед, а спустя два хода обнаружил, что что-то идет не так. Или соперник сделал не тот ход, или ты новый, новый путь увидел, или ты обнаружил более выгодную ситуацию. В общем, ситуация изменилась, жизнь несла свои коррективы. Через два хода у тебя был другой план, а еще через два хода еще другой. И так вот постоянно куда-то постоянно как-то... Так и в жизни у нас точно так же. Когда мы планируем, когда мы смотрим в будущее, уверенно и даже есть эти планы, жизнь носит свои коррективы, и планировали одно, выходит не то чтобы нечто другое, но даже когда мы добиваемся своего, все равно эта дорога выглядит совсем-совсем иначе, чем казалось нам изначально. Так и здесь, чем плохи такие планы, Почему стоит их порисать? Ну вот представьте себе, допустим, попадет Алена на Олимпиаду, выиграет там олимпийское золото. Ну, олимпийское золото одно, все хотят выиграть. Может быть, это будет Алена, может быть, кто-то другая. Ну, допустим, Алена выиграет олимпийское золото, и ее же планы могут измениться. Планы могут измениться. Она может захотеть еще покататься, она может захотеть здесь. Может быть, простите, денег заработать. В конце концов, что касается карьеры медицинской, лишний год, два-три тут большой погоды не сделает в этом смысле. Скорее наоборот, когда она будет ну, в этом статусе везде и всюду узнаваема, на обложках, на слуху, наоборот, ей это будет мешать. Поэтому люди, которые как-то слишком остро эту ситуацию восприняли, одни со смехом, другие наоборот. С горечью, мне кажется, вы делите шкуру неубитого медведя. Хорошо, что планы есть. Поэтому мне это нравится. Люди должны в этой жизни иметь, чувствовать под ногами какую-то землю, какой-то твердый фундамент, основание, Твердые установки иметь. А потом все-таки. Это лишним не будет. Потом все-таки жизнь несет свои коррективы без черного и белого, как оно обычно бывает. Так что почему бы и нет? Почему бы и, и такие планы не были? У других особых планов нет, да, когда та же самая Алена Леонова, которая на 10 лет старше, простите, за нескромность, простите, за точнее невежливость, да, невежливость, грубость в возрасте женщины. Так вот, она говорит, ну, я не знаю, какие у меня планы, катаюсь и катаюсь. Мне кажется, это хуже. Да, наверное, неприятно, вы хотели, может быть, услышать просто другое, вы хотели бы, чтобы планы той же самой Алены Косторной были те, которые, которые вам приятно было бы услышать, что она будет кататься долго и счастливо, да, там, и ее карьера будет рекордное по продолжительности. Вот, ну... Что тут можно сказать? Наши ожидания ⁇ это наши проблемы, а чужая жизнь, чужая душа потемки. У людей свои устремления, у людей свои интересы. А то, что нам хочется, то, что нам нравится. Когда кто-то из нас станет императором Вселенной, да? королем всего, тогда, наверное, он и сможет заказывать музыку. А пока... Все везде и всегда решают люди, с которыми надо договариваться, которых надо принимать во внимание. Вот. Такие у нас были новости на этой неделе, но это не все этого. Вишенка на тортике оставлена на сладкое. И вишенкой стал вот этот турнир, который у нас на этой неделе был, якобы турнир. Якобы был так называемый Пеги Флеменс Трофи, Турнир в Соединенных Штатах. Непонятный формат, где было объявлено, что мы ждем видео, мы ждем. отправленных видео в наш адрес получается любой из наших фигуристов мог бы участвовать а в чем проблема записать что-нибудь и послать вот но нет это для избранных турнир для избранных оригинальный формат оригинальное все причем большинство участников катала мальчики и девочки одновременно соревнуются в одной категории большинство участников катала на одном и том же катке как мы могли наблюдать казалось бы, в чем проблема все-таки турнир проводить очно, раз они все равно здесь катают. Если те, кто катали на друг... в других местах, и буквально там по пальцам пересчитать, сколько там, 2, 3, не знаю, 4 человека из 18. Вот. Но Тем не менее, формат был такой. А еще формат был оригинален тем, что катали непонятно что. Катали непонятно что. Это была не короткая программа, не произвольная. Это было вот очередное, очередные хотелки от североамериканских товарищей. Много там... Брали там небольшие интервью перед прокатами, у кого-то большие, у кого-то буквально пару слов. И всякий раз там проскальзывало про артистичность, про артистизм, про артистические программы. В общем, артистическая программа, как ее видят в Штатах. Четыре прыжка, четыре, точнее, прыжковых элемента, вот, один каскад, прыжки, причем, неважно какого качества, да, неважно, это квады, тройные или двойные, в частности, ни одного, я так понимаю, элемента ультрасимы там не видели, дупеля были, акселя были или, двойные, или даже одинарные прыжки сольные, тройные или хуже. Каскады 3-2 даже маститые мастера себе позволяли. Тот же самый Джейсон Браун, выигравший, он, не моргнув глазом, исполнил каскад тройной лут с двойной тулуп, причем кривовато, сваливаясь немножко на бок, в бортик, да, там без выезда. Вот, и получил за него, он видно из протокола, да, очень странный протокол, выглядящий. Мы не считаем прыжки, мы не считаем обороты, просто прыжок. Ну, вы, Мария сбросила для да, примера протокол Джейсона Брауна, смотри, Джейсона Брауна, смотрите в чате. Ну, поймите, опять же, логику. Если прыгание квадов ничего не дает, зачем ты будешь их прыгать? Ну, будешь прыгать тройные, но если кто-то прыгает двойной и тратит меньше сил, зачем ты тогда будешь прыгать тройной? Кто-то там прыгал каскада 3-3, например, Карен Чен, там кто-то еще. С неизменным недокрутом, как, по крайней мере, мне казалось, очень сомнительно все это выглядело. Вот. Ну и к чему это, если на самом деле никакой выгоды это не приносит? Зато много было разговоров про артистизм, много было разговора про судейство. Но обратите внимание, все-таки, если судья оценивает прыжки только по красоте, и вот кто-то прыгнул красиво двойной, а кто-то прыгнул красиво, простите, тройной. Судья при, прочем, равным, при прочих равных все равно второго человека выше должен будет оценить. И получается, мы приходим все равно в всю ту же систему оценивания, но только у, у судьи больше здесь полномочий. Здесь судья решает. Здесь точно так же, как э, в нынешней системе, вот эта недоработка с каскадами связанная, когда судьи за сложные каскады дополнительно где-то дают баллов. Тут дополнительно будут отдаваться в компонентах еще где-то. Так надо понимать. Есть и другие соображения. Вот мы посмотрели всех участников. Никто там ни разу. Да, были бабочки, были очень. Грязноватые выступления Где-то там Куча ошибок на дорожке У кого-то да практически степ-аут Но ну, ни одного падения Ни одного падения не было Казалось бы, так победим Вот она, та самая красота фигурного катания Было ли интересно это смотреть? Ну вот смотрите, вот у нас Биатлон Бегут, да Супер популярный, супер рейтинговый вид спорта, бегут лыжники, у них за спинами винтовки, они бегут по лыжне и в то же время должны на стрельбищах мишени закрывать. И вот представьте себе, биатлонисты все попадают в цель, никто из них не мажет. Не очень звучит, да, получается. А чем же этот вид отличается от лыжных гонок? Но вот есть лыжные гонки совсем иного интереса, вид совсем иного, иной зрительской аудитории. Кто-то будет со мной спорить, скажет, нет, лыжные гонки тоже интересные, они тоже имеют своего зрителя. Так-то это так. Но популярность биатлона лыжным гонкам даже не снилась. И конкурентность биатлона лыжным гонкам не снилась. А еще очень интересное замечание, то что это разные виды вот у нас был биатлон, остановятся лыжные гонки. Это разные виды. Так и здесь, вот это вот пытаются называть фигурным катанием, но это уже какой-то другой вид, менее интересный, с иной аудиторией гораздо меньший, и при этом другой, принципиально другой. Себастьян пишет: смотрел и не мог врубиться, что это такое. Маша, если то, что мы видели на этом турнире, хотят внедрить, то это тихий ужас. Нет, это не то, что хотят внедрить, это то, как это в Штатах видят. Ну вот, допустим, там о чем, да, о чем идет речь. Вот смотрите, эти протоколы, да, люди не могли понять, что происходит, когда нам уже смонтированную запись предоставили сразу. И вот катает фигурист, оценки катает, оценки. И непонятно, откуда вырастают оценки, что это за оценки, почему такие баллы это тайна за семью печатями для зрителей должна быть. Как в танцах, пожалуйста, вот он пример одиночных танцах, Как в танцах, когда зритель не понимает, что откуда вырастает, когда кто-то может откатать задорно, прилично, реберно и получить низкие баллы, что это такое. Ну, представьте себе, опять же, я говорил всегда, это выставление оценок, то, что то, где зрительский интерес, то, как зритель хочет разбираться в происходящем. Представьте себе, вот у Болт, вот она стометровка, вот они бегут, а финиш? Он закрыт. На финише стоит экран. Финиш, он не для зрителей, он для судей. Вот судьи посмотрят и скажут, кто выиграл. Представьте, футбол. Вот бьют, бьют по воротам, бегают там, по один из скачков с каждой стороны. А где ворота, там тоже стоит экран, зрителям не видно. Вот бьет по воротам, гол, не гол, отбил, вратарь не отбил, непонятно. Судьи расскажут. Мне кажется, вот эта удачная аналогия, которую я раньше не использовал, вот в частности здесь особенно ярко, нужно было посмотреть, наверное, на вот это действие, чтобы на эту аналогию выйти, особенно ярко это происходило, вот катает фигурист, а вот, а вот держите эти оценки, откуда эти оценки, что это за оценки, что там происходит, ну ладно, может быть я придираюсь, может быть там жутко очень все красиво было и здорово, ну давайте посмотрим в частности, вот там был в качестве новаторского элемента, да, там присутствовал, присутствовала такая категория, как какой-то вот супермов, какой-то какой -то особый элемент, который вот артистический элемент, твое ноу-хау, которым ты хочешь поразить. Почему-то это ноу-хау сразу у нескольких фигуристов было одно и то же. Да, вот этот заход. Ну, помните то, что Торгашов показывал, да, с такого вот, Оригинального прыжка он потом исполнял свой прыжок в Инстаграме с оригинального прыжка, который вот там перескок, типа вот такого с за, задорной ногой. И он, наверное, как-то называется. Прошу прощения за мою дремучесть. Не знаю, не помню. Так вот, э, не помню, потому что никогда не знал. Так вот, и, и Торгашов, и Хиваташи, и Доленские они все вот пытались один из прыжков с такого захода прыгать. Это в этом артистизм, это в этом оригинальность. Вот речь идет о том, что это танцы, это оригинальность, это фигурное катание. Но простите, вот я смотрел на эти состязания, количество прыжков уменьшили. Сложность их уменьшили. Мальчики, смешно сказать, прыгали до пиля и каскада 3-2. Ну, я понимаю, коронавирус, июль месяц и так далее, но все-таки. И что, от этого они красиво катались, от этого все было здорово. Напротив, они использовали, вот даже вот этот заход на прыжок, они пытались использовать максимум какой-то акробатики, максимум каких-то акробатических элементов. Мы много говорили об одиночных танцах, но это вот какие-то одиночные пары. Да? Пары – это всегда синоним в хорошем смысле какой-то акробатики. Да? Много акробатических элементов. Вот тоже, казалось бы, претензия этих людей, которые придираются к нынешнему положению вещей, фигурному катанию, к нынешним правилам, в том, что это не фигурное катание, это непонятно что. Давайте назад в подвалы, назад в пещеры, к истокам вернемся. Это должно быть фигурное катание. Ну вот они показывают сами. Одни из вдохновителей этой критики, одни из тех, кто платит за эту критику, Соединенные Штаты оплачивают все это критиканство свое видение как это должно выглядеть а там сплошная акробатика там сплошная акробатика где там фигурное катание то есть взяли то есть логику поймите взяли прыжки но вот прыжки по сути это тоже акробатические элементы взяли прыжки их убрали да оставили только какие-то ненапряженные пожалуйста прыгай каскадики 32 прыгай какие-то простенькие тройные а добавили какую-то другую акробатику. В чем логика, спросите вы? А логика очень простая. В прыжках известны правила, в прыжках известна школа, в прыжках известны лидеры, и мы здесь, мягко говоря, не на лидирующих позициях. Мы здесь проигрываем, мы здесь не можем ничего добиться. Когда джентльмены не могут выиграть, они меняют правила. Вот мы под, Знаменем, что это все неправильно, это все не так, фигурное катание идет не туда, это не фигурное катание. Вводим какие-то акробатические элементы, про которые нет ни, никаких ни, ш, ни шкал, никакой ни шкалы нет, ни как, никакого, никакой методики оценивания, вот кто во что горазд И говорим, что вот это должно вместо прыжков. Почему? Ну очень просто, мы же в прыжках преуспеть не можем. Поэтому мы будем делать то, что мы можем, и говорить, что это правильно. Очень простая логика, очень легко ее проследить и оценить, посмотреть вот на прокаты парней, да, что там было. Действительно, цирковые элементы, хиваташи, которые на шпагат садится после вращения. Если честно, я так просто в цирке себя ощутил. Но про хиваташи это понятно, он и раньше вот именно к сороковому какому-то моменту, тяготел в хорошем смысле, вот это его фишечка была, но тем не менее вот, вот это оно. То есть получается, мы не хотим по-настоящему в фигурном катании что-то изменить и так далее, мы хотим просто здесь лидировать. Но лидировать нынче мы не можем, и поэтому мы должны поменять правила. Здесь мы в честном соперничестве проигрываем. Мы меняем правила, под себя, под то, что мы делаем, а другие вот не делают. И поэтому мы хотим поменять да, правила. И поэтому мы будем здесь лидировать. И некоторые наши, вот вспомните Транькова, да, который кричит, высказывается, надо-надо догонять Северную Америку, а то вот правила поменяют, а окажется, что они делают, а мы не делаем. Но вот это вот, вот это вот акробатика на льду, вот этот вот цирк будет оцениваться. Я этого не понимаю. В конце концов, прыжки, какие бы они ни были, они более чем выглядят, не знаю, как, как сказать, унитарно, профессионально. Вот, вся вот эта акробатика, непонятные всяческие, да, там, хождение на, гола, на головах, с, а, сидение на шпагатах, на льду, на льду, поймите меня правильно, да, понятно шпагат несколько раз. И в прыжке я Хиваташи демонстрировал, но он именно на лед сел на шпагат, это было все запланировано. Конечно, тут есть и другие вопросы. Мария пишет, и не было там жутко красиво, было жутко почти все, но некрасиво, да. Красиво в принципе не было, девочки катали под медленные мелодии, никто ничем не запомнился, все решали свои вопросы, например, хотя не нужно было, да, там каскады 3-3 прыгать, все равно пробовала, попробовала прыгнуть. Карин Чен, понятно, она тоже пытается навязывать борьбу, она тоже пытается рассказать, рассчитывайте на меня, хорошо выглядит, между прочим, по-моему, она, простите, худее даже, чем была там в олимпийский сезон или предолимпийский в какой-то веке, но пока что ей это не помогает докручивать. Все, те же, все та, все та, же беда, все те же проблемы на каскаде там а огромнейший недокрут. Но, правда, пошла она на 3-3. Впрочем, это, было, это был дубль. Да? Сколько раз разрешалось перекатывать эту программу. Смешная история, когда кто-то там катал программу, уже устал ждать, видимо, заливщик льда. И в конце программы машина выехала на лед. Вот он, представляете, заходит. На вираж в конце катка, да, с короткого борта, а там уже машина выехала, а там уже машина, машина стоит прямо на льду, не за льдом, не на краешке, нет, целиком уже въехала, и на третьей катка стоит машина. Я уже устал тебя ждать, сколько раз ты можешь перекатывать, наверное, так должно это оцениваться, ну, в общем, смешно было. Нейтрино спрашивает, они катали под музыку будущих своих полноценных программ или что-то совсем отдельно? Вот тоже вопрос. Казалось бы, ну, войдите в положение спортсмена, сделайте соревнования, не хотят это делать в Штатах. Непонятный формат, непонятные элементы, все максимально непонятно. Главное, чтобы не было понятно. Всем должно быть непонятно, все должны отставать. Я правила объявляю и никому их не рассказываю. Да, в процессе уже, когда вы будете проигрывать, я буду кричать, проиграл, проиграл. А почему проиграл? А вот смотри, вот почему. Вот такое у нас правило есть. Вот. Действительно, отчасти, наверное, тут есть проблема в том, что непонятно, что же катали, что это такое, четыре 4, 4 прыжка, что там за программа, как это с программой соотносится. Действительно сложно, казалось бы, фигуристам, у фигуристов и так мало времени, им нужно к сезону готовиться, а тут еще какую-то специальную программу катать здесь, подготовить. С другой стороны, я говорил это на трансляции, Нитрин, наверное небольшая проблема была показалку катать пожалуйста катай показалку вставь туда эти прыжки э -э -э, да, там тем более что они не напряжены на там четыре прыжка один или два из которых это двойные аксели в чем проблема вот Опять же, как это выглядело без прыжков? Вот, казалось бы, сложные прыжки мы исключили. Как это выглядело? Очень многие программы выглядели просто как э, гоняние по кругу. Если с прыжками, когда нет компонентов, это выглядит, что кто-то туда-сюда гоняет, на прыжки заходит, то тут еще хуже выглядело. Просто человек по кругу ездит прыжки-то никаких проблем не вызывают, и ничего, ты не чувствуешь никаких, ни какого-то нерва, ничего. У девочек и вовсе вот все это под, под медленную музыку, все это слилось. У мальчиков чуть получше, мальчики старались, сил у них больше. Что такое для них? Четыре прыжка, где даже тройного акселя нет. Но, но даже там вот это якобы артистизм, он количеству акробатических трюков каких-то свелся, цирковых, циркового представления. Причем здесь, казалось бы, фигурное катание. Опять же, я не против и, наверное, такого рода зрелища. Во-первых, скучно. А во-вторых, это совсем другой спорт. Еще раз скажу, пожалуйста, это как... Лыжные гонки по сравнению с биатлоном. Давайте мы все будем попадать в цель но все же исполняют прыжки никто не падает мы даже дубли разрешили перекатывать программы да мы даже дубли разрешили делать в том смысле что упал но ну, перекатай сделай да там сто раз перекатывай пришли мне ролик там где ты все хорошо исполнил и все равно при этом у многих почти у всех или не очень качественные прыжки, или серьезные недокруты, да, там ошибки по-настоящему красивых программ, по-настоящему чего-то качественного, сложно было заметить. Ну вот Торгашов, допустим, катал хорошо. Торгашов катал хорошо. Вот тот самый случай, когда ты катаешь не потому, что ты должен, не потому, что ты да, там со зверским выражением лица к цели идешь. Хотя, наверное, и такое возможно. А потому что тебе нравится процесс. Вот нравится парню процесс, он ну, выглядит там на льду органично, даже вот в этих цирковых каких-то номерах. Браун, которого там опять отгребовали, который там победил, который катал в Канаде, который катал в Канаде, не прыгал триксель, казалось бы, Браун, нынче второй номер сборной США, ну, может быть, третий, и надеюсь, вернется. В общем, уверенный участник главных стартов. Какие квады, какой триксель, даже каскад 3-3 не смог прыгать, и это вот в лучшей попытке, это в попытке, которую он мог один из ста или одну из двухсот катать, там, одну, одну из многих сколько фантазии хватит и сил перекатывать эту программу. Вот Браун выглядел тоже хорошо, Браун выглядел прилично, но это не его все-таки. Вот эти медленные программы, я не знаю, о чем думает Крикете, я не знаю, о чем там рассуждают Трейси Вилсон, которая над ним шествует. Ну, Браун, посмотрите на него, вот он даже здесь, да, вот он сидит, ему говорят, вот ты выиграл, а он не может сидеть спокойно, он дурачится, он там смеется, он там ухмыляется. Неудивительно, что в программе что-то вроде «Великий шоумен» он выглядел органично, а когда ему дают все эти списки Шиндлера катать и вот эти все медленные, грустные мелодии, это все не совсем его, это все не, не то чтобы не смотрится, он там хорош, но не настолько, насколько он. Это его, наверное, личности отвечает. Потому что, ну вот я вспоминаю, не могу не вспомнить еще раз чемпионат США, олимпийский сезон, когда Браун на Олимпиаду не поехал. Не поехал, провалив этот самый чемпионат США, почему и перешел, ну в том числе и почему перешел он в этот самый крикет в поисках лучшей доли. Вот он... Только что откатал свою произвольную программу. Здорово там подвалил ее. И вот он сидит и все понимает. У него в глазах слезы. Вот вся его фигура, все его лицо, это оно горесть, большое горе выражает. Но при этом он дурачится, при этом он кривляется, при этом вот он все тот же Браун, он не может не быть собой. То есть, вот посмотрите, насколько там вот это вот, два в одном. Пересмотрите этот чемпионат, очень показательно. Алексей Зиновьев пишет, вы меня простите, но весь этот Пегги Флеминг – это попытка некоторых убедить самих себя в том, что это не мы чего-то не можем, это правила не такие, как надо. Ну, ты знаешь, Леш, дело в том, что много подобных соревнований по собственным правилам. Если бы это только одно было, вспомни. Вон, картинка 105-10.7 на экране. Вспомни то, что тот выставочный турнир, в котором Стасия Константинова участвовала в августе прошлого года, можно вспомнить и другие, которые там и по системе 6.0 проводятся, и э, с фигурами, и чего там только нет. Там, в общем, кто платит, тот и заказывает музыку. Только плати только плати свои правила. Заявляй, были бы деньги. В этом смысле. Ну, посмотреть, наверное, вот на это все дело было очень полезно. Честно говоря, оказалось все даже хуже, чем казалось. Вот, и вот эта вот езда по кругу без ничего. Да, мы, мы едем по кругу, даже не на весь каток, даже не целиком, бегом-бегом-бегом, вот, якобы, опять же, в погоне за транзишенами. Ну, такое, да, когда Юдзуру Ханю или Нейтан Чен успевают и квады прыгнуть, и транзишены сделать, и э, программу катать, а здесь вот... Конечно, сам формат, еще раз повторюсь, участникам не помогал. А вот это вот непонятные четыре прыжка, но сделали бы максимально короткой, приближенной, или даже как короткую. Ну, нет, надо свое, надо же показать, что мы особенные. У нас свое, у нас вот четыре прыжка, 9 элементов. Вот. В итоге все это выглядело очень дешево, очень сомнительно, ну и вот в сумме с этим оцениванием, когда откуда что берется, так смотришь на это дело и думаешь, ну да, ну да, это не барское это дело, а точнее барское, да, не гоже тебе тут простому зрителю вопросы задавать, за что оценки, откуда что, тут мы хозяева, что хотим то и делаем. Но еще расскажу, вот во многих видах спорта можно именно таким образом К оцениванию подходить. Так ведь и в анекдотах это отражается. Анекдот же есть такой. Помните, тот самый бородатый, 100-500 раз повторенный про. И тогда мне поперла карта, когда. Пошел я с англичанами, да, Печка рассказывает. Пошел я с англичанами играть в Блэк и Кто-то говорит, у меня Блэк Джек. Предлагаю, покажи. мне говорят. Мы здесь все джентльмены, мы верим друг другу на слово. Джентльмен сказал, что у него 21, значит, у него 21. Вот тогда мне и поперла карта. Да, вот, вот и здесь так. Вот прет, поперла карта и Брауну, и всем остальным на этом турнире. Действительно, когда, глядя в протокол, прыгал он там где-то кривенько, прыгал где-то неважненько, ему оценки грибы ставили как за какой-то волшебный небесный прокат, так еще же и превходящие были. Все катали на одном катке, кроме некоторых. Но вот Браун был в числе некоторых, который на другом, да, и мог там вообще сколько угодно раз катать. Ладно, вот такой выдался этот турнир. Такие от него ощущения. Какой-то совсем иной вид спорта мы увидели. И правильно говорил Алексей Николаевич Мишин, выдернули прыжки из программы, выдернули тот нерв, перчик. Что осталось? Непонятно, что осталось, мальчики пытались компенсировать это как-то вот скоростью, мощью этой акробатикой. Ну, помните, даже не из прошедшего сезона, из позапрошлого сезона, как катал, допустим. француз Кевин Эймер. Ну вот как, как Эма скатал, в общем, вот, вот максимум такого, без прыжков или с кривыми прыжками, с кривыми вращениями, да, там, с кривым всем. Стоило ли из-за этого огород городить, стоило из ли из-за этого отвлекать фигуристов от тренировочного процесса, ну, не знаю, не знаю, в этом смысле, учитывая, что они принимали видео, ну, могли, ну ладно, Россия для них страна зла, да, и в фигурном катании очень злая, постоянно выигрывает, ну, могли бы пригласить, что значит пригласить, ну, видеоролики, пригласить видеоролики европейцев, японцев, что мешало? Нет? все это был такой между собойщик. свои вопросы, свои задачи каждый решал, да, та же самая Карен Чен, вот, пробовала даже 3-3, с огромным примерно downgrade, я не пересматривал, так, на первый взгляд, с огромным недокрутом, все по-старому, при этом прилично выглядит с точки зрения веса в какой-то веке. Другие, там, хиваташи, Пукинин, Браун тоже свои какие-то задачи решали. вот. Но никто даже тройного акселя не показал. В общем, это такое. Были там откровенно слабые участники, которых то ли в формате до количества добрали, то ли в формате, вот они на этом катке все катают, пусть тогда и вот эти девочки тоже поучаствовали, совсем слабенькие, которые, собственно, и двойные с большим трудом прыгали, но вот то фигурное катание, которое мы заслужили, не прыгают тройные, зато еще и не скользят, да, как говорят. Плохо прыгает, зато компоненты. Нет, здесь другое. Не прыгает, зато и компонентов нет. Ну, конечно, фигурное катание в Соединенных Штатах, как оно есть. Так, такая у нас была неделя. На этом, наверное, стоит закончить. Про новости было все сказано. Вот, турнирчик, как мы его увидели, как мы его обозрели. Ну, по результатам, если можно это назвать результатами, непонятно, какими критериями. Еще раз скажу, мальчики и девочки все вместе соревновались в одной категории. При этом можно, кстати, отметить, что парней, парням при прочем равным и компонентов больше ставили. В общем, очень странная, сомнительная, смешная история. В США сейчас модно движение за права меньшинств, за права негров. Вот про женщин забыли, а у феминистские, да, не было ли тут сексизма, ну, шутка, если что, но такое. Но такое, что там у нас? Насколько помню, там Браун, Торгашов и Доленский, по-моему, такая тройка. В общем, ничего особенного. Каскадики 3-2, кривенькие, частенько неважные тройные. Этот формат не впечатлил. Не знаю, кому как, а мне, а меня так он оставил в недоумении. Ну что, если есть еще какие-то вопросы, если есть что-то, что осталось за кадром, самое время вам их задать. А если нет, то тогда здесь и сейчас будем заканчивать. Мария пишет. Самое интересное было Замбони, ну, имеется в виду заливочная машина, Замбони на льду во время проката. Ну да, это был такой. Самая большая неожиданность, самый такой артистический элемент, то, что сразу зрителя должно было приковать к экрану, неожиданная находка. Там кто то про Плющенко задает вопрос. Ну что про Плющенко говорить? Плющенко, знаешь как? Светит солнце, дует ветер, дождь тучит по крыше. Плющенко дает очередное интервью. Может быть, если бы он меньше интервью давал, если бы он меньше пиарился, то можно было бы в этом нескончаемом потоке бла-бла-бла что-то выделить. А так это все сливается в единую такую реку. Понятно, что он сам это чувствует, он сам иногда выдает перлы. Когда он выдает перлы, когда грешит против истины, когда ведет себя максимально неэтично, то мы, я в стороне не остаюсь. А так вот на вот этот вот поток Нескон, нескончаемый какой-то, да, который не заткнуть, на него отвлекаться. Я буду удивлен, когда он перестанет давать интервью, когда он перестанет пиариться. А так э, все идет как надо, все идет как положено, да. Плющенко дает интервью значит, небо не упало на землю, Дунай не, потек вспять. В этой жизни есть что-то стабильное. Каждый день мы просыпаемся утром, идем на работу. Каждый день мы видим новое интервью Евгения Плющенко. Все, на этом вижу, что нет, нет больше у нас желающих как-то поддержать нас вопросом или мнением. Спасибо, что были с нами. С вами сегодня были Марк и Андрей. Такая у нас выдалась эта неделя. Даже с каким-то соревнованием, хотя соревнованием вот это назвать сложно, соревнованием по какому виду спорта, непонятно. Вот, но за неимением ничего лучшего, ну и с точки зрения, знаете, непредубежденности научного подхода или псевдонаучного, какая тут наука. Попытались мы его беспристрастно проанализировать, да, так примерно как базаров, лягушек заспиртованных рассматривал. Вот. Будет новая неделя, будут новые события, тогда о них и поговорим. А сегодня у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Да, это все на сегодня. Спасибо Андрею. Спасибо всем участвующим. Спасибо Марии Алексею за помощь нашим слушателям в чате YouTube. Будем надеяться на хорошие новости и события уже на новой неделе. Всем хорошего настроения и всего доброго.